Мечтай, действуй, побеждай. Под таким девизом на базе профессиональных образовательных организаций Карачаево-Черкесии проходит соревнование в рамках стартовавшего уже 8-го по счету регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Текущий чемпионат юбилейный. В этом году российскому движению «Обилимпикс», которое является частью платформы «Россия – страна возможностей», исполняется 10 лет. Более 90 школьников и студентов колледжей республики пройдут испытания по 17 профессиональным компетенциям. Впереди ребят ждет целый комплекс мероприятий, направленных на реабилитацию, профориентацию, социальную адаптацию и, самое главное, содействие их трудоустройству. В рамках чемпионата, помимо традиционных соревнований, пройдут и мероприятия деловой программы, приуроченной году семьи, объявленного президентом России. Глава Карачаево-Черкесии пожелал удачи участникам и отметил, что каждый из них уже победитель.